Более 20 лет на рынке, свыше 120 наименований различных продуктов. Компания «Вилон» выпускает замороженные обеды, первые и вторые блюда, а также снеки. Ее продукцию можно найти почти в каждом продуктовом магазине. Производственная база расположена в Щелковском районе, в селе Анискино. Динамично развивающемуся предприятию необходима дополнительная территория. Соответствующим предложением представитель компании вышел на инвестиционный час. На данный момент мы имеем в собственности 9 тысяч производственных квадратных метров, и их категорически не хватает. Нам нужно расширить производственные площади. Мы купили землю, мы довели до конца проект, но в конечном итоге финансирование мы не можем получить, так как земли сельскохозяйственного назначения. Нам нужно перевести категорию земель в землю промышленности. Мы сделаем все возможное для того, чтобы поддержать именно этих производителей, потому что это и создание рабочих мест, не менее чем 800 рабочих мест. Проект принимается с удовольствием. На данный момент коллеги говорят, что они работают, но если через 2 недели ничего не получится, тогда уже заработают наша машина. Хорошо? Поэтому спасибо вам за то, что вы предпочитаете Щелковский муниципальный район для развития. Кроме того, на встрече обсудили ход выполнения поручений, которые были даны руководителям администрации Щелковского района на предыдущем заседании и представлении инвесторам земельных участков под строительство производств. Такая практика инвестиционных часов является весьма эффективной, по мнению и предпринимателей, и районных властей. В администрации ждут интересные и перспективные бизнес-проекты. Представители предприятий, представители частного просто бизнеса приходят со своими какими-то идеями, возможными для реализации. Мы рассматриваем это, говорим, в чем мы можем помочь. Дарья Заснегова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».